Не так давно я делал обзор вот на это вот чудо китайской инженерии, которое мне бесплатно предоставил продавец с AliExpress. Называется у него все это ни много ни мало как HD-видеокамера. Кому интересно, обзор на нее можно посмотреть по ссылке в описании, и в подсказках также оставлю ссылку на этот ролик. Так вот, по факту оказалось, что этот кусок пластика снимает не лучше дверного глазка, о чем я честно рассказал в видео и, конечно, предупредил своих подписчиков, чтобы никогда не покупали подобное творчество, ибо чудесно не бывает, и за 4К рублей купить нормально снимающий налодонник просто невозможно. Ну и в конце видео я спросил, а что же мне сделать с этой камерой? Потому что мне лично этот хлам не нужен, а просто выкинуть как-то рука не поднимается. Было много комментариев, я их все прочитал, были смешные варианты. Иногда попадались душевные, типа отдать в детский дом, ну или подарить дочери, чтобы училась снимать. Но честно, такое говно я бы никому не пожелал в пользование. Ну и большинство комментаторов, я бы даже сказал, подавляющее большинство, предложило взорвать ее к чертям собачьим. Ну вот, собственно, этим сегодня и займемся. Кто-то в комментариях предлагал использовать Corsair 12 для уничтожения девайса, но его я не смог найти в продаже. Даже под заказ в интернете никто не согласился мне их продать. Поэтому в магазине пиротехники я купил вот такие вот терочные петарды. Это самый максимальный размер, что там был. Взял пачку на всякий случай. Помогает мне в этом деле опытный пиротехник-любитель, потому что в одну каску крайне сложно снимать и взрывать. Для начала решили просто примотать к камере 3 петарды при помощи строительного скотча. И все, сказано, сделано. В итоге петарды сработали не одновременно, и глобального разрушения камеры не получилось. Ей оторвало откидной дисплей, расколола корпус, но вся внутрянка по большей части осталась на месте, хоть и скрепление ее сорвало. Тогда было решено провести, так сказать, контрольный в голову. И еще одна петарда была засунута внутрь корпуса, и весь этот бутерброд обмотан обыкновенным скотчем. Хорошие петарды и недорого. Тут уже сработало все как надо, и ошметки камеры просто разметало в радиусе 3 метров от взрыва. Я потом еще с полчаса собирал кусочки камеры по округе. Вот теперь можно сказать, что задача выполнена. Кстати, скоро на обзор должен прийти защищенный смартфон от компании Blackview. Вот думаю, надо с ним, наверное, тоже попробовать так покуражиться. Пишите в комментариях, будет ли вам интересно подобное видео, где я взрываю смартфон, или какие еще тесты для него можно придумать. Жду ваши варианты про уничтожение мобилы в комментариях. Также не забываем ставить лайк этому видео. А у меня на этом на сегодня все. Всем пока и удачных вам покупок.